Всем-всем привет, друзья! Мы продолжаем фейлить в Бэтмене. Задача наша достичь, получить доступ к служебному уровню God Corp. Опа. Тихо. Тихо, парни, тихо. Ну что так не спешить? Смотрите, он там жопу чешет. Три врага, один за стен. Как заметил? Понятно. Стелс не удался. Сори. Ух ты, по спине дал, да? На тебе по шее. Свертухана получил. Ух ты. Она в чайник. Так, ты живой? По-моему, не живой. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Какие-то костюмы. Давайте, что еще? Что там было? Открыть? Ого. Ого, видимо, сюда и надо было идти. Так, я помню, что он как-то может разбежаться. Ага, вот. Так, 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 тихо. Здесь давай, давай. Типа, а я пролезу. Так, вверх хочу. Какой-то... Гигантская какая-то, да? В здании здание как бы находится. Так, наверх хочу. Отлично. Так, а тут что? Тут ничего, что ли? Что это вообще такое? Задержите. Ай. О-о-о, сейчас я что-то заведу. Чрезвычайная ситуация, ёпта, что за ситуация, не знаю. Какие-то люки, как будто как в корабле. А, это лифт какой-то был, да? Так, здесь все корка... О, я морожу здесь. Куда это я попал? Я здесь во льду. Ага. Понял. Так, а сзади нет такой? Холодно, однако. Бэт, да? Скажи, холодно. Холодно, холодно, очень холодно. Черт возьми. Надо было ему сразу испытывать прям свой костюм, потом только идти. Все во льду. Ладно, идем. Топливная лаборатория. О, это прям бомба. Уйду. Он хочет весь город просто заморозить, наверное. Так, в чем там стреляют? Они стреляют Фриза? А, пингвин с Фризом воюют. Какая радость! Так, здесь надо как-то осторожно. Давайте пройдем сюда, посмотрим. Тут никого, да? В общем, наша задача остановить. Привет, ребята! Он взял и заморозил.
Ого. Как он шею не оторвал. Это он верно сказал. Why does he need Boyle? Boyle's got codes. Пингвин прям ледяной. And now you let him have it. That ice is the only thing saving you from getting the beating you deserve. Смотрите, Бэтмен весь такой во льду. Замерзающий. Горкорп has a device. It's like a drill, a cryo drill. Tell me where it is. I had my men bring all our acquisitions to the My Alibi Nightclub for safekeeping. Then you better hope your men are still in my alibi. Пингвин нам подсказал, куда идти. Так, а чё мне теперь? Ага, на выход идти, да? I better get to the My Alibi nightclub before Penguin's men decide to relocate. Emergency. А чё, пингвины типа не освободим? Чё, неужели мороз так всё глушит? Пингвин все болтает да болтает. Пингвин, я тебя не хочу спасать. Неужели надо пингвина спасти? Где он тут, кстати? А, картина «Пингвин во льду». Да! Так, вопрос, как мне отсюда выйти? Так, сюда. По сути, где-то здесь выход есть. Неужели еще тут враги есть? Повсюду дым. Я знаю, что делать. Я такие уже помню. Ой, уёб, я разорвал. Так. Тихо. Такие миссии я уже делал. Главное, в криоген этот не попадать, это все норм. Ку-ку. Ух ты, опять вы! Тут и так холодно, а вы еще морозите. На. Да я его хотел, собака. Эх! Ёлки-палки, еще тут дым этот. Ё-моё, что я делал? Я всех размораживаю. Воу. Так. Почему нельзя его вот так вот вырубить? Да ты достал, сущий, да? Сущий, ты какой-то вообще не такой. Прыгай, черт возьми, Бэтмен, прыгай! Как вы достали меня? А, вот. Я уже не пойму, какого я цвета. Так, тебя мы... Есть! Спасение мое. Дальше что? Вот это электричество включить. Есть. Ага. И чё? А, типа пролезу. Кошмар. Почему пропадает связь-то? Ух, по-моему, размораживаемся, да? Тут теплее становится.
Please evacuate. Once Alfred has the XE suit prepped, I'll be able to come back and release this person. Да, я уже хочу этот костюм, я мне надоел мерзнуть. А, опять охранников спасать. Заморожено выстрел. А, заморожено, не могу за нее цепиться. Ваш все тут двое, правильно? Так, нет. Нет. Дым. Шел. Так. Что? Я думал, этих спасать надо. На. Чуть с ним. Как ты не замерз, негр? Идем, говорит, со мной, я тебя согрею, черный человек. After I've recovered the cryo drill, I'm coming back here to save Ferris. But isn't Freeze gonna try to stop you? With any luck. Да, уж пусть попробует. Alfred, what's the status of the XE suit? I've just finished loading it into a drop container. Good news. I'm on my way to my alibi to recover a stolen cryogenic drill. Have the Batwing drop it there. It's on its way. Уже летит. Что там летит-то? Так, задача какая? Найти того, кто пингвин попросил разобраться в алиби. Клуб алиби, между прочим, такой клуб есть. Пипец, уже полгорода заморожено. Это не есть хорошо. Что у нас там? Там внизу, да? Я вот этих ребят внизу обойду. Они мне не нужны. Ибо если мы помним, что в оригинальной кампании мы получали опыт, то здесь мы его не получаем. Качаться здесь нельзя. Это плохо, кстати. Было бы прикольно. Sir, I'm detecting a group of armed men outside my alibi. I suggest you secure the area before I initiate the... Ага, зачищаем и получаем костюм. Не проблема, Альберт, сейчас все сделаем. Ой. Вот так хорошо. Один гуляет. И двое обычных. Этот самый серьезный чувак. А, вот. У него тут дружок есть. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Обрушим на него все могущество Бэтмена! Я над ним, вот камера опять меня подводит. Да почему ты обернулся-то, блошара? Вот теперь я попал. Вот теперь я попал. Че, меня реально решил заморозить? Ого, вас там. И с автоматами, и со всем. Ё-моё. Еще бы секунду, я бы его обезвредил. Ишь. Че, я как-нибудь дымом вас... А почему я отсюда не могу кидать? Ну что же это такое-то, ну? Хорош. Да я ж тебя...
Да я ж тебя. А, этот с пулеметом говнюк меня достал. Два говнюка. Да киньте свое оружие, чтобы ваше оружие в задницу вам затолкать, ублюдки. Ах, ты да, какой капец. Да. На. Да чтоб вас черти всех морозили. 28 ударов. 33. Вот это было круть. На! Давай костюм. Давай, наконец. Надеюсь, он меня спасет и станет полегче. Если станет еще хардкорнее, то это будет, ну не знаю, как это будет. Кстати, какая-то картина, это, наверное, какие-то постеры. В этой игре в городе очень много различных постеров, то есть отсылок к будущему, к Бэтмену, к его напарнику Робину, то есть там его родители есть. Черт, куда он его скинул-то? Альберт, ты куда скинул костюм-то, а? Наверх, что ли? Пипец, Альберт. Обыскался. Вот он. Вот они мы. Что же мы нового научимся? The honeycomb structure insulates against extreme cold without increasing weight. It won't slow down. Пипец, как он это на себе все носит, я не понимаю. Это какой-то Iron Man, то есть железный человек. Так, и что я нового научился делать? Ну что ж, друзья, у нас появился новый костюм, это супер-супер-пупер. На этом я серию закончу, в следующей серии мы продолжим в этом супер-турбо каком-то странном костюме, ну, по крайней мере, вроде он двигается так же. То есть скорости я вроде не потерял. Странно. Гаджеты. Это все те же самые. Хотя, F. Все мои гаджеты теперь огненные. Огненные гаджеты. Это хорошо. Возможно, какие-то будут ловушки. Что ж, на этом мы закончим. Вот так вот Бэтмен прикольно стал выглядеть. Удачи всем! И увидимся в следующей серии. Пока-пока!